Я всегда вас подаю вид, но я в этот день подумала, почему вы на целый день не приезжаете. И я вам говорю пока. Говорю. Доброй ночи. Доброй ночи. Привет, мама и папа. Я по вам скучаю, очень скучаю. Я надеюсь, что дедушка тоже сможет приехать. Желаю вам здоровья, счастья, и чтобы у вас, во-первых, на работе все было хорошо. И я отправляю вам открытку. Пока что не скажу, какую, чтобы не портить сюрприз. Софида. Доброй ночи. Сначала скажи доброй ночи. София, скажи рак, помидор. Скажи. Радость радовала нас. Праздник. Праздник. Нет, а что ты желаешь? Сюрприз, София? Сюрприз. Что ты желаешь? Нет, я хочу. Сюрприз. Софин, да хватит. Батька. Ой. Мама и папа. Я просто хотела сказать вам, что я так, что собираюсь была на пол сидеть. Ну все, пошло. Сердечко. Но это пока что секрет, что с сердечком произошло. Нет, это не сюрприз. Ну ладно. Сюрприз. Да хватит, хватит. Ну да, быстро. Заканчивай. А еще я хотела сказать маме и папе, что это... Что? Я сердечко еще косила, и я так пыталась. И там дырочку такую сделаю, потом. Кругляшок, и получится кулон. Да, и из этого сделаем цепочку. Мы протянем ниточку для вас. Да. Кулончик для мамы. Не кривляйтесь, да, теперь пока. Снова скажи. Сердечко. Отдельно слова скажите. Рыба. Вырезали. Ну как ты, София? Подобрала. София, как ты это буквы-то научила говорить? Давай говори слова, повтори. Рыба. Рак. Помидор. Морковь. Майнкрафт. Кружка, Сабина молчит. Кружка. Кровать. Доброй ночи. Доброе утро. Привет. Макароны. Браслет. Сабина сейчас. Так. Варежка. Раечка. Раечка. Тамара. Вардуи. София, говори быстрее. Тамара. Вардуи. Искандер. Артур. Виктория. Андрей. Виктория. Валера. Вардуи. Ой, чуть не упала. Ну все, давайте. А дедушке ничего не сказали? Дедулечка.
Надеюсь, что ты приедешь. Да, надеюсь. А сейчас посмотрим. А сейчас посмотрим Софийкин новый наряд. Все, пока. А, отойди, нет, нет, нет. Отойди подальше, что, чтобы это. Все, все, все. Ну что ты не засняла? Вот такого я выбрала. Нет, это.